Катя, добрый день. Можно несколько вопросов для нашего портала? Конечно, как могу отказать? Мы рады приветствовать вас в нашем Таллине. Вы в первый раз? Я второй раз, но первый раз было дождливо, и мы смотрели только из кафе, знаешь, видели там верхушки каких-то домов. А сейчас мы понимаем, что нас Таллин встречает так круто, таким солнцем, классная погода, весна потрясающая. Вы уже в старом городе тоже были? Мы проезжали мимо, но мы обязательно вот сейчас что-нибудь перехватим и пойдем гулять, точно. И какие песни сегодня обязательно поклонники услышат на концерте? А как вы думаете, сегодня программа будет называться «Бьет бит»? «Бьет бит». Да, это будет новая программа с большим составом, но с песнями, которые вы знаете, надеюсь. «Мама», «Простая», «Ищу мужа», «Невеста». В общем, будет много перформанса и что-то интересное, в общем, вас ждет. Катя, вы очень позитивный человек. Вы и в жизни также относитесь легко к трудностям? Ну, меня заряжают люди, которые рядом. Особенно вот сейчас вы стоите, вы даже не можете стоять, вы пританцовываете сейчас. Это так радует. Конечно, конечно, черпаешь отовсюду. Это энергия, это очень важно. Позитив – это всегда положительная энергия. У вас такое европейское название группы. Вы еще где-нибудь в Европе планируете гастролировать, кроме Таллина? Конечно, конечно. Мы начинаем. Я учу французский, я хочу петь на французском языке. Это вы уже на мой следующий вопрос ответили. Окей, английский. Вы тоже хотели бы спеть на английском языке какую-нибудь песню? Ну, конечно, будем переводить и петь, да. Но... Айова, конечно, сейчас очень популярный. А дуэты какие-нибудь реальны? Я вообще очень хочу дуэт сделать со Стромаем. Просто я его очень люблю. Для меня он... Конечно, такой, он меня все время вдохновляет, вот. А у вас есть хорошие певцы в Эстонии? У нас есть Юрий Поцман, это он поедет на Евровидение. А. На эстонском языке вы бы смогли спеть, если бы вам предложили? Конечно, с удовольствием. А Стикряста, не слышали такого? Слышала, я слышала вообще, просто слышала, знаешь, а важно послушать музыку. Ну, вот это... Такие топовые. На Евровидении был Стик в прошлом году, Юрий в этом году. Как ты вообще к конкурсу Евровидения относишься? Возможно, в следующем году я поеду туда. Возможно, не знаю. А хотелось бы? Ну, если говорю, что возможно, то мы задумывались об этом. Вы очень перспективная группа. Желаю вам от всей души удачи. Конечно, давайте еще пригласим поклонников всех на концерт. Что же говорить, наш бит бьет, значит любит, наш бит тебя сильно любит. Мы сегодня ждем тебя, потому что на концерте есть две звезды, одна на сцене, одна возле сцены. Если одной нету, то ничего не получится, поэтому волшебство получится только с тобой. Если ты принесешь свою половинку на руках и будешь танцевать с ней. Я думаю, что у нас все получится сегодня с тобой. Приходи.